Привет, народ! Ну что, все, дождались мы. Пацаны вышли, целых три эпизода. У меня, правда, выходные загружены. Как всегда, 30 секунд надо наговорить перед тем, как начинаю смотреть, чтобы не придрались. Ребята, так как придирались ко мне из-за миротворца, я сейчас полностью уберу аудиодорожку сериала. И картинку выгибать под углом, переворачивать, немножко даже блюрить буду, чтобы нигде ничего ко мне не придрались с копирайтами. Все, ладно, погнали, смотрим. Обзор будет потом. Будущее? Не-не-не, это кино. Они в кино смотрят это. Какое крутое камео. Пафосные супергеройские фильмы. Авада Кедабра! Неужели он на самом деле ее так любил? Так как Лига Справедливости, да? О, гош! Мальчик с пальчик? Может, он имеет в виду, чтобы тот уменьшился, и вот на самом деле... Я думал, я специалист в извращениях. Gosh. Ни хрена себе чихнула. Человек-муравей. Твою мать. Ну-ну-ну. Он же пообещал. Блин, ну круто же, круто же. Ну все, настоящее возвращение пацанов. Как старые добрые времена. Боже мой, что они жрут там, когда придумывают сценарий? Что-то она похудела так вообще. Похоже, в этом сезоне она будет главным злодеем. Ну, мы знаем, что она главный злодей, но... Все будет крутиться вокруг нее. Да здесь малой живет. Это те новости, которые бонусом пускали на протяжении прошлого года. Человек с больным эго. Для меня он всегда будет лучше звонить Солу. В курочку будет подкладывать капсулы. Кстати, уровень кинематографии подтянули в этом сезоне. Ему нужно первому прийти сесть. У него из ушей сейчас дым пойдет. Ох, этому не понравится это дело. Как в этом, холостяк. Кому даст розу? Старая любовь ревнует. Джокин. Скандалы и нервы. Как он еще волосы себе не выдирает до сих пор? Как он выпускает гнев? Как? Бегает на крышу мастурбировать? О-о. У него же слух. О, блин. Блин, как его контролировать? Как его провести до ума? Криптонита нужно. Какого-нибудь. Только в Америке. Жива до сих пор? Ха. Ужас. Боже, боже. Они работают вместе.
Там-там-там-там. Оружие против Хомландера. Але, графиня. Kind of like Scarlet Witch. Класс. Очень-очень классно. А, бульдог у него какая-то сахарница, печенница. Но не выливай, не выливай, не выливай, не выливай, нет. Не зря показали это. Как вампиру надо приглашение, что ли? Лис и старый пес. Типа, он пойдет во все тяжкие, и тогда этому разрешат охотиться на полную. Мне нравится такой подход. Нравится подход вот такого вот злодея. У него там. Ха-ха, он тоже проводит расследование. Dream a little dream of me. Ну-ка, где там тот ее любовничек из прошлого? Откуда она? Из Европы откуда-то? Ну что, Надя? Очень славянское имя. Они вместе были в какой-то клинике. Она убьет его, потому что не может рисковать. И сейчас взорвется у него голова, и этот будет знать, что это она во всем виновата. Какая у него суперсила? Сейчас он... Твою бабушку. Твою мать. Язык болтается. Тогда бей его уже, чтоб не мучился. Супер. Ребята, супер. Так, теперь надо 30 секунд, как всегда, наговорить, прежде чем... закончится, потому что видюшка для того, чтобы тоже не придирались. Ну что, классно. Я сейчас постараюсь успеть сделать обзор, прежде чем... У меня на этих выходных мы участвуем в небольшом кинофестивале здесь в Айдахо, так что поэтому я буду следующие 48 часов очень-очень занят, но я сейчас постараюсь записать обзорчик и закинуть тоже на канал. Все, ну что, как вам возвращение пацанов? Я, например, в восторге, доволен, все как мы любим, с кровячкой, с кишками наружу. Если будет достаточно... Если вы хотите, чтобы я и дальше продолжал записывать реакции, не только обзоры, все от вас зависит. Лайки, комментарии, все дела, и будем смотреть дальше. Пока.